Hello and welcome back to the channel. We're going to be reacting to Diana Ankudinova and Irina Natsova. Hope you guys enjoy it. Let's get right into this reaction video. Здравствуйте, Диана. Здравствуйте. Очень рада вас видеть в нашем проекте. Вау. Я удивлена, если честно, очень сильно. Мне досталась песня группы Queen «The Show Must Go On». Очень сложная композиция, и мне казалось, что я до нее никогда не дорасту. Show must go on. Show must go on. Yeah. Вау, очень необычно. Я никогда не слышала ее в своем исполнении. А мне нравится. Я думала, будет хуже, если честно. Для меня подобрать человека, который мог бы на таком же уровне хорошо спеть, особенно такую классную тембрально песню, совпасть и тембрально еще. Совпасть, это очень сложно. Мне кажется, на эту роль подошел бы мой хороший друг Кирилл Туриченко. Стас Костюшкин. Он может показать себя, особенно в такой песне. Спеть дуэтом с прекрасной певицей Ларисой Долиной. Все возможно. Я не знаю, что от себя ожидать, потому что я никогда не была в такой ситуации. Когда ты смотришь на это по экрану, ну, кажется, это все так легко. Ну, что там делать? Ну, встал, ну, спел какую-то там песню. Мне будет очень трудно, и я, скорее всего, к этому уже готова. Наверное. Или я переоцениваю себя. Удачи вам на сцене. Спасибо большое. Счастливо. До свидания. До свидания. Наша закрытая участница счастлива выбору песни, потому что обожает творчество Фредди Меркьюри, считает его легендарным, неповторимым и всегда мечтала спеть «The Show Must Go On» где-нибудь на сцене. Она предположила, что из вокалистов с ней могут стать в пару Александр Панайотов, Стас Пьеха и Никита Пресняков. Если мы берем во внимание артисток, то с этой песней здорово справится Ольга Кормухина, Диана Арбенина и ее подруга Люся Чеботина. Очень волнуюсь, потому что эта песня не из моего репертуара, и она очень сложная, естественно, вокально, поэтому, ну, я не знаю, кто будет петь со мной, от этого еще вдвойне страшнее, у меня трясутся коленки, все здесь трясется, мне как будто холодно. Давайте вместе помолимся. I know this song. It's awesome. Empty spaces, what I was leaving for. Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mind.
soul is painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday will grow but never die. Сильные вокалистки. Ирина Дубцова, Диана Анкудинова. Привет, девочки. Ты чего трясешься? Ну, конечно, такую песню успеть. От духоты. Ну, вообще, конечно, вы дали жару. Потому что сложнейшая песня. Просто невероятно. Вот у Дианы до сих пор руки трясутся. Я не знаю, то ли от того, что такую песню исполняла, то ли потому, что Иру увидела и в шоке. Да, меня вообще не очень стоит неожиданно бояться. Нет, тебе бояться, ответственность какая? С Ириной Дубцовой петь. Диана обладает уникальным, абсолютно уникальным голосом, неповторимого. И очень здорово, что ты семимильными шагами идешь к Олимпу шоу-бизнеса. Да. Молодец, поздравляю тебя. Спасибо большое. Да, ну это был взрыв эмоций, просто вокальный какой-то фейерверк. Это отчасти вокальный баттл, я бы сказал. Абсолютно. Это нормально было, скажите честно. Спросите у зрителей. Давайте посмотрим на вашу реакцию. Я прям вот так всматривалась и не узнала. Я не поняла сначала, кто это. Я долго реагировала. Она просто на тебя, Диана вообще на тебя не смотрела. На нормально, меня, да. Я одна справляюсь хорошо. Нет, вот. Ну, вообще, на самом деле, сложно перестроиться с такой песней. Вдруг поднимается стена, и, естественно, так... Сейчас, подождите, сейчас я допою, да, есть ощущение. Сейчас тут высокая нота, а потом я отреагирую. Вот это, да, вот, да вот еще это мерзкий голос поет в ушах. Извини, но в этой обработке у тебя, наверное, такой же мерзкий голос, как мой в Прости, обработке, пожалуйста, да? Это ужасно. Ну, вообще, у Дианы вообще специфический Ира, голос. Ира, как у тебя звучал такой... голос, Диана? Можно я обработать? Вот это вот. Empty spaces. What are we living for? Нет, он еще скакал. Спой, пожалуйста, как ты пела. Просто, совершенно противоположность. Empty spaces. Понимаешь? Абсолютно противоположность того, что ты слышала. Конечно, естественно. Слушайте, давайте еще что-нибудь споем. Давайте споем, да, давайте вперед выйдем. Так, Ир, давай твою песню споем. О, давайте вот эту, «Вьюгу», да. «Вьюгу». Где-то там за окном ходит зима, сеет снег, белый снег, ночью и днем. И меня тишиной сводит с ума, и опять не уснуть в доме пустом. Три, четыре, все-таки полирнуть. Песня исполнялась таким... впервые. Потому что уже в нашем возрасте, Сережа, вот эта фраза «люби меня долго-долго» имеет другой смысл. Чтобы больше не было больно-больно. Ну или кому да, как так нравится. Так давай споем твою песню. Да пожалуйста, ради бога. У меня, кстати, новая выходит. Но мы сегодня Лазарев споем... опять мне будет писать и говорить: «Дубцова, ты зачем такую классную песню опять написала?» Да, Сережа? Опять не для меня. Я, кстати, тоже обожаю эту песню. Ну, здравствуй.
твой лучшее, что было со мной когда-нибудь. Я так improvising right there and then. You know, the one thing I want to say is the voice of Diana Ankudinova is so sweet to the ear. You know, it's so nice to hear her sing. This is something that, I don't feel the same with other singers. But when she sings a song, it just calms you down, makes you feel good. I love her voice. Люби меня долго-долго, чтобы больше не было больно-больно. Одиноко, люби меня долго-долго. Мне возможно, чтобы не в Каспи Волга воды свои несла. Как я тебя ждал. Шабаш какой-то у нас получается. И опять мы Абба. Диана Ангудинова и Ирина Дубцова. Украшение спасибо. Нашего девчонки, сегодняшнего эфира. Спасибо. Круто, Ирина. Все круто. Дианочка, я так рад, что у тебя все так хорошо складывается. Удачи тебе. Фантастический вокал. Украшение нашего выпуска. Браво Ирине и Диане. Они зарядили нас такой энергией, что хватит еще на 100 дуэтов. А пока шоу продолжается. Еще даже с этим дребезжащим звуком в ушах, да, измененным, я все равно понимала, что это супер классно поющий человек. Вот, я сломала голову. Я вообще не ожидала тебя увидеть. Тот момент, когда я вот так вот пела, значит, это был момент транса, когда я вообще не понимала, что происходит. И я посмотрела, и только потом поняла, через буквально секунд 10 до меня дошло, что это ты. И я такая, а, реально? И думаю, господи, родная душа на сцене стоит, слава богу, не так страшно петь. Спасибо тебе, моя хорошая. Спасибо тебе. Right, well, hope you guys enjoyed it. It was awesome. I loved it. And the fact that everybody was singing, you know, no pretense. Just everybody that was there started singing, and then they started singing together. That was a very, you know, nice thing to do. I really enjoyed that. Anyways, hope you guys enjoyed this reaction video. Thank you as always, and I'll see you guys next video. Cheers.